Beledug a nihayet. Чем Ахер Херу? Чем я могу помочь? Миша Ершенби. Ярут Мишру. Шехти Миши Гантира. Бихариш. Ахет Петери. Миша Инлет Шене Хасан. Ханет Шеру. Гехем Нехе. Хея Нисахет. Чем я могу тебе помочь? Миша Ершенебет, я рух Мишру, шехти Миши Гантира, бихари. Ад си и уми, хиярат си тиер бебе, хем хиярат хилкуат? Гехем небе, хея нисахет. Эн нам си пьер хауис, не софер хэр кузе. Паджаса хаят. Диарит неб нефер таа ину. Сишин хинасэр. Харифет шу. Дороги! بسشن جرا خريت من خم خريت نيك اني سجريت хочешь поторговаться خريت مير بحين سن نيك اني سجريت بروكا بددوك اني خيت خمت هني احيان ارسا اف ايو جريان ладно اخا وخج ران بيت ارك هاي بسشن جرا سجريت نومس نيو جريان خا وخج ران بيت ارك بددوك اني خيت اني سجريت يا هايت سهلو امي يحرف جبتو سبوت نتشيرو ست سي خاي بسشن جره انك اير جنو اج يا دب اوي سبت نار سوچا نومس نيو Thank you.
Ветра, удачи тебе. Поторгуемся? Прощай, удачи! Проиграй все деньги. Мурías Paraskevas matatuta esti. Oi, is meisonos afrosinis. Νούνες χέντε. Μόρια παρασκευάσματα του Ραμιστού. Увидят.
языки порву! Но теперь уже поздно. Сюда меня не пустят. Udinati si venni in tutto, attirato la diavole! Para
sono Zafrosinis. Александрийцы! Пора излечить недуг общества, порожденный молчанием! Баек, наконец-то истинный ценитель искусства! Они изъяли мою пьесу! Ты притягиваешь беды. Хуже того, моих актеров бросили в тюрьму! Лучших из поэтов Александрии! Если я попробую поставить пьесу, филакиты меня казнят! Побереги себя, Фан. Ты слишком хрупок. Пиши дальше. Я найду тебе пьесу и актеров. О, пахет мено. Ну не сходи. Надо действовать аккуратно. Приказ.
вообще, я слегка проголодался. Эй, что? Ты не убежишь! Тебе здесь не рады! Увековечу тебя в стихах, если вытащишь меня. У тебя доброе сердце. Прочь! Прочь отсюда! Ты чудо! Спасибо большое. Нужно спасаться. Я увековечу тебя в стихах. Быстрее, здоровяк! Я опаздываю на революцию! Эй, осторожнее, здоровяк! Нет, не бросай меня! Мне нужно выбраться отсюда! Напоминает о начале карьеры на сцене. Я дебютировал в роли мешка зерна и был весьма убедителен. Умоляю, молчи. Нет! Не бросай меня! Мне нужно выбраться отсюда! Спасибо! Еще два актера смогли сбежать. Филакит и Геннадия хотят их убить. Они забрали пьесу и пошли во дворец. Если ее там увидят, Фану придет конец. Где актеры прячутся? Дома. Это тут рядом. Обо мне не волнуйся, я смогу вернуться в театр. Сдохни, тварь! Что ты... Thank you.
Спасибо большое. Подрезай! Не по зубам. Бежим! Что ты? Эй, что? А, вижу! Эй! Спасибо, друг. Нужно спасаться. Где этот жалкий предатель? Найдите этого попрошайку. Живо! Нэп, мне кажется, он актер. Зараза! Нужна помощь! Пора идти, поэт. Стой. Разве вас не было двое? Капаней? Он сбежал и случайно привел ко мне стражу. Теперь они меня ищут. Разберись с ними, и тогда мы с Фаном вернемся к нашему великому делу. Тише. Скоро все кончится. Конечно, я буду нем как... Молчи. Враг рядом. Знаешь, ты идеально подойдешь, Фан. Я не понимаю, о чем ты. Ты тот самый мрачный герой, который вершит великие дела, пока боги не накажут его за дерзость. Мне не по нраву. Но какая выйдет трагедия... Ой, ты снижено сопрошилис. Морias para que vas mata tu danestin. Керавне он диа. Ти он туту ести. Морias para que vas mata tu danestin. Фан ждет тебя. Теперь мы раскроем все тайные пороки этой власти. Спасибо, друг. Капаней рано или поздно придет к нам. Я уверен. Когда опасность минует, конечно. Не должны застать врасплох. И плеон мелюси уран. Антропи нуна полесе. Как вы? Ты справился, Байк. Спасибо. Я в тебя верил.
Ай, с тобой повезло. Да. Айя всегда хвалит твои пьесы. Особенно мою прекрасную царицу. Про Клеопатру. Теперь мы сможем поставить пьесу. Несмотря на запреты, наш долг донести до людей свое видение. Я напишу для тебя пьесу, Баек. Последний Меджай. А, нет. Слушай, сменим название, и злодея будут звать Нептолемеем. Будем жить и пьесу поставим. Thank you.
Мой трофей! Тебя вниз! Сивый. Одевается, как Меджай, опасен. Разыскивается за преступление против нашего славного фараона. Меня приказано убить. Я должен добраться до тех, кто отдал этот приказ.
Я Баек. Ай отправила меня к Аполлодору. Тссс. Я надеюсь, ты осознаешь, по какой причине мой хозяин так осторожничает. На мой вопрос ответит только он. Я передам ему твою просьбу и скажу, что ты от Айи. Жди ночи. Если он согласится, найдешь его рядом с маяком. А пока ипподром почтит память величайшего возницы. Вас ждут веселье и напитки. И, конечно же, соревнования, если угодно. Аполлодор. Эй, ты! Скажи, ты убийца или друг? Друг. Баек из Сивы. А, тогда помоги. Ты Минджай Ай, да? Кто-то еще выжил? Только Дамаст. Его взяли в плен. А свиток? Как же свиток? Он у Дамаста. Дамаст должен был его уничтожить. Клеопатра у тебя в долгу. Сможешь сам дойти до лекаря? Я убил Евдора. А? Я рад. Он змей, да? Если честно, Баек, ты многого не понимаешь. Если честно, лучше ответь. Сперва ты должен проявить себя. Спаси Дамаста и найди его свиток. И тогда я пойму, можно ли верить словам Майи. Где искать Дамаста? Он на пристани в бухте Канопуса. Нельзя допустить, чтобы кто-то прочел этот свиток. Здесь заметить. А вон раз, спаси меня!
еще такое? Не убежишь, мразь. Выпустите меня! Спасибо! Это было просто невыносимо! Они все мертвы! Мрази! Они это заслужили! Выведи меня отсюда! Там поговорим! Защищайте Кирия. Я сам собирался их убить. Просто не смог выбраться из этой клетки. Меня прислала Паладор. Дай мне свиток. Что? У меня нет свитка. Ты был за него в ответе. Спрятал на корабле. Ведь он мог попасть не в те руки. Где корабль? На дне озера. Его потопили. А, понял. Я его найду. А Паладор ждет тебя у маяка. Передам ему, чтобы встречал тебя у корабля. О, вахехт мено. Ну не сходи.
Тот самый свиток, Нек. Вот твой драгоценный свиток. Спасибо тебе. Похоже, ты достойный человек. Думаю, я могу тебе верить. Этот свиток для полководца Помпея. Мы пытались планить Рим на сторону Клеопатры. Она будет благодарна за то, что ты сохранил ее секрет. Она на моей вилле. Так что за мной. Не понимаю, при чем здесь Айя. Ее брат Фан сказал мне, что она одержимо ищет одного человека. Так вышло, что и у меня были причины желать ему смерти. Когда Айя нашла его, я встал на ее защиту. Спасибо. А тебе спасибо за то, что ты убил Евдора. Он был омерзительным человеком. Ты должен знать, что помимо Евдора... Я покончил с Филокитом Александрии, Геннадием. Геннадием? Я рад его смерти. Но ты подверг себя большой опасности. Филоки — сплоченная группа. Они опасны. И они придут за тобой. Пусть придут. Почему ты хотел смерти Евдора? Как ты знаешь, брат Клеопатры, Птолемей еще юн и не сможет стать хорошим царем. Мы думаем, им манипулировал Евдор. И именно он в ответе за все беды Египта. Пришли. Вилла перед нами. Обсудим все на вилле. Царица наслаждается высшим обществом. Я рад, что Айя вносит хотя бы талику здравого смысла в окружение Клеопатры. Твоя жена поистине удивительная женщина. Знаю. Байк, прежде чем я все тебе расскажу, Клеопатра должна одобрить тебя. Она с характером. Я дам тебе совет. Когда подойдешь, преклони перед ней колено. Говори только, если спросят. Никаких вопросов. Не груби. И пусть тебя не отвлекает праздник. У нее большая свита, весьма жадная до развлечений. Иногда даже слишком. Говори четко, спокойно и главное, не смотри ей в глаза. Готов? Я в нетерпении. Идите ко мне, оба! Да, она застукала. Ощущения просто дивные. Сюда. Да не бойся, она не злопамятная. С пчелами? Где моя трубка, София? Я отдамся любому здесь, если он согласится быть казненным на рассвете. Так же, как Зантидий. Между прочим, он был весьма доволен обменом. А это что за красавчик? А ты заплатишь эту цену? Моя царица, это... Ну? Благодарю, царица. Но я уже отдал свою жизнь жене. Айя, одобряю твой выбор. Идем. Нам с вами многое надо обсудить. Празднуйте, друзья! Ты невежа. Ой,
Ашарнпта. Это Ая и Баек. Они прервали земной путь Евдора. Чудесно. Вам близки наши идеи? Мы ничего о них не знаем. Евдор состоял в Ордене Древних. Именно они стоят за моим изгнанием. Они лишили меня трона. И какое мне до них дело? У змея много голов. Эти головы и есть Орден. Змей убил моего сына. Все не так просто. О чем они говорят? Не знаю. Им что-то известно. Орден Древних хочет управлять Египтом. Птолемей их ручной пес. У нас глаза и уши по всей стране. Но Орден все время ускользает. Против нас некие таинственные силы. К примеру, здесь, в дельте Нила, пески поглотили целые деревни. Но за всем этим злом скрыт замысел человека. И это один из Ордена Древних, Скоробей. А здесь, в священном городе Гиза? Все подчиняется таинственному человеку по имени Гиена. Из-за него Гиза теперь край смерти и потерь. И есть еще Мемфис. Теперь здесь все осквернено. Даже наш священный бык Апис, тот, кого называют ящерицей, обладает какой-то таинственной силой. Значит, змей — это Орден Древних? Да. Евдор был известен как Бегемот. Ты был прав, любимый. Он не последний, а один из многих. Если Ордену что-то нужно, как было в Сиве, он без сомнений сокрушит все на своем пути. Сива. Теперь Фаюм. Самый угнетаемый регион в Египте. Там правит жестокий крокодил. Люди живут в постоянном страхе. И эта судьба ждет весь Египет, если не остановить Орден. Нужно действовать, и быстро! Пришло время уничтожать врагов. Мы еще не нашли того, кто убил Хем. Тень нашего сына будет плакать от счастья, когда мы покончим с ними. Теперь ты мой, Меджай Баек. Защитник истинного фараона Египта. Да будет так. Сегодня мы пьем. Празднуем. Любим. Завтра.
Ханемес!